Ни дня без спектакля. Под таким девизом жила Самара всю прошедшую неделю. Под шквал аплодисментов и крики «Браво!» межрегиональный фестиваль «Волга театральная» завершил свою работу. Страсть, ненависть, любовь и боль – все эти чувства буквально бушевали на сценах самарских театров. Шестой раз проходит фестиваль, и мне очень радостно, что он еще и растет. Растет его уровень коллективов, которые желают к нам приехать. Масштабы театров растут. И маленькие, и очень большие гиганты есть театры. Поэтому самое главное мне, как устроителю, одному из устроителей нашего фестиваля, приятно не то, что фестиваль жив и продолжает свою жизнь, а то, что он набирает обороты. Фестиваль собрал творческие коллективы из 10 городов России. Зрители увидели 13 постановок. Свои таланты показали театры из Оренбурга, Рыбинска, Уфы, Йошкар-Олы, Альметьевска и Чебоксар. 63-й регион представляли театры Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. На самом деле Самара очень театральный город. Зритель любит театр, приходит на самые разные формы. И современную пьесу, приходит на классику. Тем более в этом году замечательные у нас театры приехали из национальных республик. Главный приз фестиваля получил Альметьевский татарский драматический театр. Артисты представили на суд зрителей спектакль «Не был женат» по мотивам одноименной повести писателя Гаяза Исхаки. Члены жюри сошлись во мнении, и это заслуженная победа. Мы же, в общем, разные все. Мы можем дружить в жизни и до драки спорить, когда идет речь о каком-то спектакле, а можем, наоборот, не дружить совершенно в жизни, и вдруг вот оказывается, что мы абсолютно одинаковы. Судим. В этот раз на редкость единодушным нам даже не надо было руки поднимать. Мы просто все понимали сразу, что мы выбираем одно и то же. Самарские театры также не остались без наград. Наталья Носова получила приз за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Шут Балакирев» театра «Самарская площадь». А ее коллега Роман Лёксин стал победителем в номинации «Лучшая роль молодого актера». Спектакль «Вий» театра «Мастерская» был награжден за актерский ансамбль и хореографию. Исполнитель роли Мармеладова в спектакле «Эпилог» театра «Камерная сцена» Олег Бабанов признан победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Фестивальная программа завершилась постановкой Оренбургского драматического театра имени Горького. Зрители увидели спектакль «Беспреданница». Это история, поиск правды, силы действий, крик отчаяния и борьба во имя чувств. Я только хочу вас полюбить, понимаете? Меня манит тихая семейная жизнь. Она мне кажется каким-то раем. Вы видите, я стою на распутье, но поддержите. Мне нужно ваше одобрение, ваше сочувствие. Я люблю театр, наверное, за вот это ощущение волшебства. Да, вот ощущение того, что ты можешь здесь сейчас прожить вместе с актерами что-то такое, да, что-то узнать в себе нового, да, переосмыслить что-то, почувствовать вот это ощущение катарсиса, да, измениться наконец. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.